All right, ready? No, wait, don't go yet. Whoa! Hey! Oh my God. На дорогах ежедневно происходят разнообразные, необычные, опасные, а порой и смешные инциденты, которые случайно попадают в объективы всевозможных камер. Сегодня мы приготовили для вас увлекательную подборку, в которую собрали самые незаурядные происшествия. Поэтому, не теряя времени, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и приступайте к просмотру видеоматериала, который наверняка захочется обсудить после просмотра в комментариях. Когда смекалка не имеет границ. У этого водителя возникла аналогичная проблема, однако он тоже нашел решение для нее. Такую машину однозначно видно при любой погоде и в любое время суток. Но главное, что она придает новогоднего настроения. Это было страшно, а ведь в следующий раз может и не повезти. Я всегда полагал, что при сильном ветре более подвержены опасности маленькие автомобили, а не большие грузовики. Похоже, я ошибался. Когда размер не имеет значения. А что ты на это скажешь, Илон Маск? А через время мы с вами увидим объявление авто из США. Жадный платит дважды. Лучше бы он нанял профессиональный эвакуатор. Правила дорожного движения явно не для этой девушки, ведь она на дороге чувствует себя королевой. Поставленный полицией блокиратор явно нанесет ущерб автомобилю, если вот так поехать. Городская гонка завершилась, как видите, не очень удачно. В этот момент мужчина четко осознал, что зря попросил жену о помощи. Вот что такое по-настоящему низкий клиренс. Слону явно не нравятся нежелательные посетители на его территории. Вот что такое диагностика сотого уровня. Вот как выглядит неспособность окончательно выбрать между полезным и вредным. Не интересуясь разрешением у водителя, обезьяна нашла себе попутку.
риск себя не оправдал. Зачем люди покупают себе дорогие машины при столь ужасном вождении? Похоже, этот отопительный сезон выдастся мужчине особенно дорогим, так как встанет в стоимость машины. Что это за автомобильные танцы? Вы же тоже это видите? Что сказать? Вот так выглядит одна лошадиная сила. Интересно, а где остальные части, по всей видимости, разобранной машины? Когда правила созданы не для тебя и бунтарский характер так и прет. Думаю, где-то неподалеку за этим хулиганом уже выехала полиция. Кто сказал, что автомобиль не может проехать по ступенькам? Очевидно, не этот водитель. На таком внедорожнике не страшно идти ни в один поход. Этот автомобиль словно волшебный домик из сказок. Снаружи он небольшой, а внутри безгранично просторный. Если лень чистить крышу высокой машины от снега с утра, то это не беда. Нужно лишь проехаться под мостом, и все в момент станет чистым. На такой парад я бы с радостью сходил. Думаю, после этих кадров вы больше никогда не будете жаловаться на утренние пробки вашего города. То ли это мастерство косой парковки, то ли законы гравитации дали сбой. Похоже, что платье этой девушки сильно село после стирки. А вот вам и плюс маленькой машины. Не обязательно, чтобы в ней работал двигатель. Говорят, что лень – двигатель прогресса. Возможно, это действительно так. По крайней мере, эта семья сэкономит много времени при прибытии. Вот что значит неожиданность. Поезд посреди дороги, где абсолютно нет рельсов. Мне кажется, эта машина движется исключительно на энтузиазме водителя. Думаю, люди в автобусе никак не ожидали оказаться на соседней дорожной полосе с медведем.
Душ никогда не будет лишним для машины. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ждем вас для обсуждения увиденного в комментариях.